Добрый день, уважаемые слушатели нашего радио. Сегодня 38-я неделя беременности Светланы Сотни. Айджи, добрый вечер. Сегодня у нас происходит обновление пространства розовой комнаты. Она превращается не в розовый. Не в розовый, но приятный оттенок цвета детской неожиданности. Московское время 7:30. Света решила сегодня сделать все. И покрасить, и поклеить. Посмотрим, как у нее получится. Школа ремонта для беременных. Обращайтесь. Всего вам доброго. До новых встреч. Я думаю, это через полчаса, когда швабра будет валяться вот здесь. Вот. А вот еще один любитель поработать ночью. Анастасия, она возьмет в руки морилку и обычными, привычными, а не обычными движениями кисточки покроет столь приятное дерево, обрабатывающее вот эту доску, морильным окрасом, что придаст ей эффект цвета моко. Школа ремонта в Куркино. После 8:00 и только беременные. До свидания.